Здравствуйте, это город новостей, в студии Валерия Алферова. События из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Днем детские игры, ночью взрослые забавы. В результате перехода на аутсорсинг детсад номер 5 охраняется частично. Был двор, стала свалка. Кто отвечает за состояние придомовой территории расселенного дома по улице Коммуны 45? Парковые новинки. Сегодня в городском парке открылась обновленная центральная аллея. Далее обо всем с подробностями. Без защиты. Вот уже полгода как территория Нагорновского детского сада номер 5 стала излюбленным местом сбора ночных гуляк и выпивох, которых не останавливают ни забор, ни совесть. Дело в том, что в январе этого года большая часть детских садов города в деле охраны перешла на аутсорсинг. Пятый сад заключил договор с охранным агентством «Зодиак». Теперь вместо привычного сторожа, дежурившего днем и ночью на территории сада, установлена охранная система. Но под защитой сигнализации и камер наблюдения находится только здание детского сада, а прилегающая к нему территория вне охраняемой зоны. В дневное время в песочницах возятся малыши, а вечером под деревянными грибочками собираются детки постарше. У них свои забавы – пиво, музыка, пьяные танцы. Когда приходим после выходных, у нас на верандах окурки валяются, пачки от сигарет, даже шприцы находим, бутылки из-под пива. Все это у нас в грязи. Даже один раз подожгли нам, но успели потушить. Замки выворачиваются с корнем. Игрушки хранить мы уже в шкафах не можем, потому что все это растаскивается. На днях взломали склад у завхоза. Там тоже у нас нужные вещи все лежат. Ну что еще, бегают по крышам, все это ломается. Не можем мы постройки привести в порядок, потому что все, что есть старое, мы подкрашиваем, подделаем, но это у нас все ломается. Вот два домика уже сломали, один, не знаю, один раз еще пнут и упадет вообще. Небольшой коллектив сада с трудом справляется с уборкой территории. Что делать, люди не знают. Директор охранного агентства «Зодиак» Игорь Язов рассказал, что по договору они обязаны охранять только здание сада внутри и снаружи. Прилегающая территория в зону их ответственности не входит. Чтобы установить камеры наружного видеонаблюдения, коллективу пятого сада требуется собрать немалую сумму денег. Сейчас такой возможности нет. С переходом на аутсорсинг от ночных гуляк страдает не только пятый сад. Подобная ситуация сложилась и в остальных дошкольных учреждениях Кунгура. С просьбой разъяснить ситуацию наш корреспондент обратился в управление образования, но там от комментариев отказались. Получается, что малышам и дальше придется играть рядом с окурками и бутылками у разбитых грибков и домиков, а взрослые дяди и тети помочь им ничем не смогут. Мы вернемся к этой теме через некоторое время. Сегодня вечером в Кунгуре в нижней части города произошло первое дорожное закрытие. Связано это с началом строительства моста через Рень. Событие ожидаемое, но жителям Кунгура оно доставит некоторые неудобства. С сегодняшнего дня для проезда закрыт перекресток улиц Гагарина и Свердлова. Здесь будут проводиться работы по демонтажу и затем переносу газопровода. В это же время начнут забивать сваи. В связи с закрытием перекрестка весь транспорт будет пущен по улицам Ленина и Красноармейской. Попрошу жителей города немножко повнимательнее отнестись и с пониманием к данной ситуации, потому что все понимают, что мост у нас в аварийной ситуации существующий. И для того, чтобы максимально быстро построить новый мост, придется потерпеть некоторые неудобства. Ремонтные работы на этом участке запланированы до мая 2013 года. Через некоторое время станет известно, какие еще улицы Кунгура будут закрыты из-за строительства моста. Мы будем держать вас в курсе событий. Еще одна свалка в центре города. Таким сегодня предстает кунгурякам двор многоквартирного дома по улице Коммуны 45. Аварийное пятиэтажное здание лишилось своих жильцов 3 года назад. Вместе с домом детская площадка опустела и превратилась в свалку. А вместо детворы из близлежащих домов сюда все чаще наведываются стаи птиц и бездомных. 2 года назад дом и прилегающая территория общей площадью более 50 соток были проданы кунгурскому бизнесмену Игорю Лопатину.
В связи с этим управление городского хозяйства сняло с себя ответственность за состояние дворовой территории. А между тем она требует немедленного вмешательства. Все дело в том, что во дворе стоит огромная контейнерная площадка на 8 контейнеров, которую обслуживает предприниматель Владимир Мазунин. К приезду нашей съемочной группы мусор отсюда вывезли. Кроме того, что разнес по округе ветер. Полиэтиленовые пакеты, бутылки, бумага так и остались на бывшей детской площадке. За комментарием мы обратились к новому собственнику Игорю Лопатину. Ответ был лаконичным. Дом – это моя собственность, то есть коммуна 45 принадлежит мне на праве собственности. А вся территория, которая находится, придомовая территория, она находится в собственности муниципалитета, то есть администрации города Кунгура. И поэтому я за нее на сегодняшний день не отвечаю. Если подробнее, то право собственности на земельный участок не оформлено документально. И получается, что дворовая территория остается муниципальной. С чем управление городского хозяйства решительно не согласны. Но от комментариев отказались. Значит, продолжение следует. В рамках всероссийской акции «Сделаем» 14 сентября в Кунгуре пройдет общегородская уборка соснового бора. В Кунгуре это самый крупный парк. Его площадь 66 гектаров. Территория имеет статус особо охраняемой природной территории. Сосновый бор спасает нас от загазованности, запыленности, шума, защищает от резких перепадов температур, дает возможность множеству горожан отдохнуть на природе, не выезжая из города. Акция по уборке соснового бора 14 сентября начнется в 9 часов утра на стадионе «Локомотив». Управление городского хозяйства готово обеспечить всех добровольцев перчатками и мешками. А как к этой идее относятся горожане, выяснил наш корреспондент. Обязательно надо убирать. Каждый год. Очень даже за. Конечно. Все время грязь постоянно все валяется. Сами будете участвовать? Да, конечно, если позовут. Конечно, обязательно. Естественно. Экологию не надо засорять. Конечно, нужно. Экологию нужно поддерживать. Конечно, надо делать. Всех привлекать надо. Вы смотрите «Город новостей». На каком расстоянии от земли должна находиться труба водостока? Именно таким вопросом сегодня озадачился Марат Борисов. Как оказалось, этот вроде бы мелочный вопрос может привести к пренеприятнейшим последствиям. В эфире «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Находимся во дворе дома по улице Труда, 43. Здесь мы оказались по просьбе местного жителя. Речь идет вот об этой водосточной трубе. Расстояние от земли до нее больше 2 метров. На эту клумбу привозили, значит, черную землю. Землю. И получилось как? Вот здесь вот... Сливная труба вверху, она, значит, все вот вымывает. Все вымывает и, значит, бежит сюда эта грязь, вот прямо на пешеходную дорожку. Из-за того, что труба находится высоко, всю эту землю размыло. И получается, что сейчас чернозем, который был предназначен для клумбы, лежит на том месте, где ходят люди. И мелочь эта сейчас грязная и скользкая. Этот тротуар, который находится на улице Карла Маркса, неоднократно появлялся в выпусках нашей рубрики. Напомню, что раньше этих ограждений не было, и автолюбители ставили на тротуар свои транспортные средства. Нормально, потому что пройти невозможно было. Я сам хожу здесь, поставят, и идешь, где машины ходят. То, что тротуар оградили от проезжающего транспорта, для людей, несомненно, важно. Но вот что еще хочется добавить. Ограждение не так давно продлили. И мелочь эта стала еще более безопасной. Памятник архитектуры «Гостиный двор» начали перекрашивать. Если еще совсем недавно эта часть фасада здания была розового цвета, то сейчас ее цвет желтый. Ставни не поменяли, с внутреннюю отделку тоже так-то плохо. Сверху железо тоже некрасиво сделано. Глобальным этот ремонт, конечно, не назовешь. Так, мелочь. Но сейчас хотя бы за этой мелочью скрылись все те надписи, которые красовались на стенах гостиного двора. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Московская ярмарка». Приходите всей семьей!
Пришла осень, а это значит, что как в старые добрые времена, все поспешат в Кунгур на ярмарку имени купца Губкина. Сегодня оргкомитет рассмотрел ход подготовки к традиционному мероприятию. До начала ярмарки остается 3 дня, ее проведение запланировано на 15 сентября. Собравшиеся обсуждают готовность города к встрече гостей. Каждый год на Соборную площадь съезжаются предприниматели со всего края и других регионов России. В прошлом году их было более 100. Напомним, традиционно на осеннюю ярмарку собирают желающие поделиться уникальными саженцами и дарами осени. Ведь знаменует этот праздник окончание огородных и полевых работ. Для кунгуряков это приятная возможность приобрести по сходной цене овощи на зиму и купить саженцы у надежных и проверенных продавцов. Мы со своей стороны более 100 пригласили представителей для того, чтобы было что купить, но и, безусловно, культурная программа не только для взрослого населения, но и для детей. Поэтому ждем всех с хорошим настроением и, безусловно, за теми покупками, которые вам необходимо сделать. Продолжаются приятные перемены в городском парке. В начале лета в нем появились новые аттракционы для детей и аллея любви для молодоженов. Следующим этапом возрождения стал капитальный ремонт центральной аллеи. Сейчас работы завершены, сегодня состоялась приемка. Все проверено до мелочей. Аллея стоит недешево. На ее строительство из городского бюджета было выделено около 3 миллионов рублей. Практически замечаний нет, потому что сделано очень качественно. Самое главное в сроки. Я уже всегда люблю такие, когда делают люди качественные сроки, это очень важно. В ближайшее время на центральной аллее появятся новенькие лавочки. В следующем году ремонтные работы продолжатся. К юбилею Кунгура здесь планируют сделать вторую центральную аллею и поменять теплотрассу. Есть предприятия, которые нас кормят, одевают, помогают обустраивать жилье. А есть такие, которые помогают нам оставаться здоровыми. Елатомский приборный завод снова в Кунгуре. 2 дня, 12 и 13 сентября, кунгуряки смогут увидеть и приобрести чудо-аппараты. Какие, узнаете прямо сейчас. Суставы – это идеальные природные шарниры по прочности и долговечности, превосходящие все искусственные механические приспособления. Но и у них есть свой срок эксплуатации. При хронических заболеваниях суставов цель лечения – не только снять воспаление, отек и боль, но и оказать восстанавливающее действие на хрящ. Достигнуть этой цели может помочь комплексное лечение, в котором основное место, как правило, занимает магнитотерапия. Достойным представителем магнитотерапии является аппарат Елатомского приборного завода «Алмак». Применение магнитотерапии в лице аппарата «Алмак-01» может поспособствовать снятию боли и восстановлению обменных процессов в суставах. На одной из выставок Елатомского приборного завода в Москве побывала народная артистка России Валентина Илларионовна Талызина. У меня есть приятельница Нина. И когда я пожаловала, что у меня болит спина, она сказала: Валентина Илларионовна, у моей соседки есть такой аппарат «Алмак». Приглашаем вас 12 и 13 сентября на выставку в магазин «Медтехника», улица Свободы, 8. На выставке действуют заводские цены. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 2-34-13 или оставляйте на сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго и до свидания.